Да, он сказал. Ладно, давайте посмотрим вот это. Вратаря вижу. Не знаю, почему у него нету в Ютубе аккаунта. Звонят. ВКонтакте есть, а в Ютубе нет. Как это убрать? Нет, просрал штрафной, блять, фейстайм, чтоб ты сгорел. Хорошо, в аду. Что не придется запихивать это все. Сука, мразь. Такой шанс. Он там вратаря подвинул, я уже видел, как я забиваю. Фейстайм. Ничего себе, ну блин. Дизмораль, миллион, блять же, да? Что ты лежишь? Иди уже. Ребята, не могу просто. Вы начинаете меня подбешивать. Просто говно какое-то, блядь. Что за хуйня? Киберспортивная. Желтая, потому что, ну, опасно. Хуйня игра. Просто хуйня. Гризман, иди нахуй просто. Выходит дембеле, блядь. Дебиле. Дебиле. Знаете, что с вами делать, блядь? Вот так. Дебил, дебиле. Пи***ц. Чё вы такие? Дебил, которого зовут дебиле. Мёртвые там были. Все, киберспортивные, значит, пошли. Бегайте, мрази. Да. Ну чё ты такой, блядь, медленный-то, Сколько он тут матерится? Ну, обычно он не вот, матерится. Знаете, не никогда. Горит, когда тебя раз***ют, ну, по красоте. На а то тут есть, когда вообще жестко. Игроки там соперника красиво разводят мяч, тебе залетают. У меня не сильно горит. Но когда вот эта хуй бегает там, где должна бегать, блядь. Ну ты давай еще мяч не догони, дебил. Ты чё, охуел, что ли? Нахуй, сука. Ну ты чё, блядь? Пи***ц, блядь, сука. О, господи. Выбивай его нахуй. Пи***ц. Просто, чё вы творите, Просто, сейчас вот если, соответственно, проиграешь, будет обидно не потому, что тебя обыграли. Ну, то есть, победитель всегда победитель, тут без вариантов. Сейчас, но секунду. Вы чё делаете, Разбежались, блядь. Суарес, сука. Хуль так поздно пас даешь. Вот я нажал 33 минуты. Развернись по-человечески, сука. Как бомбит у него. Ну это пи***ц. Ну вы чё, нахуй? Я не понимаю, нахуй. Просто каждое действие с задержкой в миллиард секунд мили, блядь. Ну хуль так медленно-то, пи***ц. Как будто, знаешь, пинг не 4 миллисекунды, а 4 секунды, реально. Это пи***ц, хватит мне звонить, блядь! Ой, да блядь, иди в вот это уже посмешнее, на самом деле, чем вниз. Дайте сыграть 15 минут времени, нахуй. Уже обзвонились все. Это пиздец, я не могу. Хули вы так медленно... Серьезно? Это что было сейчас? Дайте сыграть. Вот это что было? Времени на. Уже обзвонились все. Это пиздец. Я не могу. Это самое офигенное запихивание матов вообще. Вот вообще. Что ты стоишь, мессер, ванул в атаку? Самое лучшее запикивать. Что ты, блядь, такой промедленный, блядь? Пиздец. Вообще ничего не. Ну ты посмотри на этого хуя. Закрой! Сука, блядь, говно! Да нифига себе, ну вы чё, серьезно? Говно, хуй, а ему гол, что ли, забили? Закрой, вообще ничего не... Ну вы ты посмотри гол на забили, эту хуй, да? Блядь, закрой! Сука, блядь, да, ему гол забили. Говно, уйди нахуй! Вообще самим не стыдно, Месси 96. Да что за пасы-то, блядь, в недодачу-то, ебать тебя в 40 еще раз, блядь. Ну вот этот, ну это, ну, да ёб... Сука, даром, что новый, пошел ты нахуй, блядь. Просто, блядь. Аккумулятор за... Так он уже второй геймпад, что ли, ломает? Можно, кстати, геймпаду надо пару раз приземлиться на асфальте. Ага, и что будет от этого? Что тебе надо зарядить? Иди ты нахуй, блядь. Пиздец, блядь. Чего, блядь, отвалилось опять что? Ну пи***. А что ты не работаешь-то, блядь? Типичный Вилсаком. Сначала бьет геймпады, потом спрашивает.
И? Почему не работает? Блядь! Кусок говна. Ну чё ты, пошёл за ещё один. Пошёл, за третьим уже пошёл. Чё ты делаешь? Алло, подожди, подключаемся. Вы не играете в игру. Палитель, кнопку нажми, Как я не играю в игру-то, блядь? В смысле я не играю в игру? В смысле, блядь? Вот он, гейм... Блядь, ты чё? Да в смысле я не играю в игру? У меня три геймпада... Третий сломал уже, отлично. Три геймпада подключил, сука. Как, блядь, я не играю? Ты чё, блядь? Ты чё, ты вот только что подключился? А, он только сейчас подключился? Спустя минуты две, да? Одну. Когда уже он проиграл, да? Ну, отлично. Ну, зашибись, нафиг. Посмотри видео... Да, вот это вот интересно уже было.